Ребята, снова здравствуйте, личный опыт. Обувная ложка из титана, покупал в титановой мечте. Вот такой сей девайс. Очень прикольная ложечка, особенно маленькая, постоянно на ключах у меня. У жены вот такого там гламурная какая-то, покрытие, по-моему, аквапринт у нее. Вот, и большую вот я покупал на 450 или 500. Ну, как бы, маленькую ложечку постоянно с собой ношу. То есть, где кому-то в гости придешь, бывает, то ложки нет, то ли надо переодеться быстро, там, переобуться. То есть, используешь вот такую ложечку. Единственный момент, она очень звонкая. Допустим, если жена вот домой приходит, я уже знаю, что это жена идет. Потому что она там бренчит на ключах, дзеньки, так что как бы у титана звон такой, ну, звонкий металл, скажем, вот так вот. Так что вот, вот такой, ребята, такая обувная ложечка. Вообще нормально, удобно, комфортно, то есть никаких проблем. Все, всем всего доброго, пока.